Приехали на вырву. Можно перейти. Воды стало меньше. Появилось там корыто. Сейчас пройдемся, глянем. Бабуля переходит. Женщина, бабуля. По камням там. Какой-то металл. Блядь. Сейчас туда дальше пройдем, глянем. Все, что осталось от вырвы. Такая маленькая речушка. До тех деревьев доходила вода. Теперь просто вот много воды течет. Сейчас попробуем перейти на байду. Не переплывать, а именно перейти. Тоже и сюда вода затекала. Там что осталось, еще не высохло. Но вырвы больше нет. Тут люди раньше любили таранушку потягать. Такую неплохую крупную. Скал тут прыгали. Мы идем в сторону байды. Что нашли такое непонятное? Там может типа как паук, хотя. Какой нафиг паук? Вот такое себе находка. Подходим ближе уже к берегу. Такой был залив. Сейчас подойдем к выходу. И посмотрим, что там возле байды. Какая грязь жесткая. Игорь, не хочешь проверить уровень грязи? Нет. А прикинь, надо такой разогнаться и прыгнуть. Бык! Краном доставай. Ну и краном. Главное, чтобы полностью не исчезнуть. Тут уже проваливаюсь, где стою. Подошли уже к концу вырвы. Вот сюда уже вода вытекает. К новому концу вырвы. Да. Новые реалитеты вырвы. Бутылки плавают. Люди рыбачат. Вон там люди переходят на байду уже, видно. Сейчас подойдем ближе туда. Вот какая-то валяется. Интересно, если я так буду бить? Не надо. Проржавелась часть долот. Сюда уже прошли. Там что-то торчит из воды. Тут раньше, получается, не было тут воды. Все это было тут суша. И это был полуостров. Тут такой обрыв. Да. Везде вроде плавный склон. Такая яма здоровая. Раньше походу была такая постройка. Сейчас пойдем поближе. Как в бетонной опоре. Ну да, тут поглубже будет. Хотя, мне кажется, может по шею. Может быть. Подошли к такой бетонной опоре. Там тоже что из воды видно, торчит. Там люди вот так вот переходят. На небольшой остров. Не, там получается на том острове, видишь, там где обрыв. Глубина, по-моему, неплохая, если люди прыгают. А тут вот что, из воды торчит, подойдем, глянем. Какой уровень воды. Там, естественно, будет поглубже. Тут такой небольшой берег даже есть. Все в ракушках. Вон
лежит. Якорь. Уберем, что у нас тут идет. Это бетонная опора. Вот дошли сюда. Не понимаю, как до берега перейти пешком. Вроде как переходят. Но там, если с острова, там вроде глубоко. Может, они глубоко? Прошли. Тут, наверное, небольшой остров. Сейчас дойдем до конца этого острова, глянем, что там. И будем искать, как пройти на смобайт. Так, где выглядит новый остров на байке. Песок чистенький. Ну, получается, к самой байке сразу идет глубина. Такая неплохая. Сейчас будем искать, где пройти. На байду не получилось переплыть с вещами. Наверное, возьмем мешок, потом уже переплывем. Так, пока что идем обратно. Такого бычка Игорь уже споймал. А ну, куси палец. А, глянь, там зубы неплохие такие. Гость валяется. Сюда прибило к этому берегу.